Прямо стой. Вот, вот сейчас ты. Вот. Ближе, да, к нему, то он бросается. Руки поставь на плечи. Денис сдался? Не сдался. Да? Денис пошел. Прямо на ней.
выставили клубу, там пару специальностей, ну, чисто для борьбы, было бы хорошо. И души, души, Никита, души, души, ты же любишь души. Вот. Только аккуратно, не надо сразу очень сильно. Чтобы не пукнуло? Нет, чтобы... Никита может души. Но не меня. Нет, тебя нет, конечно. А, блин. Я вроде неплохо получается. Устал, Никита? Нет. Я устал. Да. С ним труда? Ну, он сидит. Шибанянскую мостик, да? Шибанянскую поднять и... Иди в корпус, ты не дай мне. Да, тут, да. Смотри. Ты хочешь взять захват, да? Не получается. Ты борешься, да? Потом раз, потом раз, оп, сверху. То есть даешь вот какой-то полный оп. Сюда сорвал, там сюда раз, бомб, оп, и уже не прорастает. Хорватия где-то так. Делать не надо. Ну вот это... Переворот делаем. Стоп, не двигайся, не двигайся. Вот для себя. Я когда буду уже... Не, я объясняю, как делать. Только не понял, на хватку его замуску уже нельзя. Как? Вот за грудью, так? Вот. Вот он так захвачен и брал за грудью, не надо. Вот. Лучше за это брать, а я всегда даю. За грудь может быть как кино, если бы было. Да. Нет, он даже там. Есть вот просто вот так. Берешь раз, бери. Вот там видели, должно тебя посмотрел, да. Спасибо, да. А что сделал? Вот это. Ага. Вот так взял. Ага. Ага. Молодец. Никита сейчас уже лучше стал бороться. Просто так не кинешь. Даже за шоколадку не падает. Thank you.
просто думаю, что он не сделает. Ты берешь и сразу ты ставишь.
крепким, то тебя сразу перевернут. А раз перевернуть, это уже. А отсюда, в принципе, вот отсюда, отсюда. Вот, видишь, ты взял его вот. Ты держишь руки, ты контролируешь. А когда ты сюда еще хочешь взять, я не знаю, что отсюда можно сделать. Отсюда надо взять и где-то перейти, там постараться. Но это очень, это довольно опасно. Это надо было аккуратно, жалко. Вот. И отсюда посмотреть, что можно сделать. Может отсюда надо борьбой как-то нужно посмотреть. Но лучше, вот я думаю, здесь вот бежать. Даже если он делает это, что такое? Чай красивый. Ты себя как бы не понимаешь. Ты понимаешь, значит уже два прибала ты прыг. Он еще сверху. Ты конечно, что я сделал, целый день, в конце метода приезжаешь. Да. Да. Сергей Анатольевич. Да. Устал уже. Хорошо, молодец, спасибо, да. Если он устал, уже хорошо. А видеозапись можно посмотреть или завтра? Видео? Да. Я вечером поставлю, все построили всегда. Надо. А где поставьте? На это сайт, который у вас есть? Или на сайт поставлю. Поставь ссылку в Вайбер, в группе. Да, в группе на Вайбер, если подсечка. Поставьте ссылку. Хорошо. Да. Но в Ютубе я поставлю, а оно уже, там будет с Ютуба уже поставлю. В Вайбер. Или на сайт. Лучше на сайт. Что мы на сайте. А вот, еще 2 секунды. Вот на сайт можно что сделать? На сайт можно поставить... Да, поставить ссылку, чтобы ты сразу на YouTube перешел. Или можно взять, сделать прямо, чтобы на сайте было. Включаешь одну видео. Как думаешь? Давай да, поставить ссылку. Потому, там да, лучше. Так и просмотры где в сайте и в YouTube. Я понимаю, да. Все, хорошо. Угу. Вы еще побудете, да? Пойдем. Это мы не считаем. Я выписываю, что Чарли, Кёльо, что-то. Я говорю, смотрю, спит Фейджа, да? Вообще, давай. Типа, только в Таяна,